Работа правительства должна быть понятной и прозрачной для народа. По поручениям, данным президентом, нужно регулярно предоставлять отчет. Такой запрос премьер-министру направил депутат Мажилиса Ерлан Саиров. По его словам, президент открыто говорил о бедности и дал конкретные поручения по улучшению благосостояния населения. Прошел месяц, и правительство, возможно, проработало поручения на своем уровне, но философия нового Казахстана требует открытого диалога, честной дискуссии. Депутат заявил, что стиль работы в закрытом формате, неумение объяснять народу направление работы следует оставить в прошлом. Хорошо, что вы сообщаете о проблемах малого и среднего бизнеса, возврате незаконно выведенного капитала, о реформе Самрук-Казына, оптимизации РОП. Народу и обществу нужно открыто и прозрачно рассказывать о том, как выполняются поручения президента, какие планы есть, какие имеются трудности в выполнении задач.